За неделю до соли Худурахмака Большой Ольга Хорам я уже знал эту информацию, и все религиозные ребята через вот эту application from Рав Йосифа Акилова уже передали, что Трамп будет победен. Это вообще-то невероятно было. И я не осмелился об этом сказать, думаю, иногда истолковывают неправильно, чтобы хат шалом не унизить Тору. И Трамп стал президентом. Недавно обратно в Biblical Code by Рав Маттатьяу Гладерсон. Оказывается, потрясающая вещь. Оказывается, Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года. 20 числа, день его инаугурации, официально, когда уже будет не президент элект, а президент Америки. В это время ему исполняется 70 лет, 7 месяцев и 7 дней. Это 5777 год. Там, кстати, говорят. Брайан Мамегунки, что все мы громко сказали, Тора имет, Моше имет. Имет. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, я не каббалист, я не талмудист, я не предсказатель, но мы очень и очень близки к временам прихода Машиаха. Написано во всех этих кодах, где он нашел имя Трампа, Дональда Трампа, имя Хиллари Клинтон, окей, другие имена. Написано Мошиах и написано по-английски repentance, да? Стала Мошиах им туда. Хайрат будет ужома. Вот это. Пожалуйста, вдвоем идите оттуда. А я тоже? А?